Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя легенды. Так, ежедневные награды забираем за Лигу Мастеров 3 звезды. Интересно, меня сбросили? Так, они меня, ребята, скинули, прикинь. Опять в Лигу Мастеров 1 звезда. Я уже не знаю, как с этим бороться. Сбрасывают на постой. Просто вот не дают мне даже, ребята, ничего здесь сделать. Я возьму, короче, двух Донателл. И я буду надеяться. А, погоди, двух Донател. У нас тут майки, так что шутки в сторону. 78 уровень, к тому же, нет, нет, нет. Тут у нас пойдет тяжелая артиллерия, а именно пойдет Маузер. И вместе с ним пойдет Лапекс. А уже к ним, мы можем вот таких вот трех братков присоединить. Потому что я манал. Я манал такой расклад, потому что майки, сами знаете, прекрасно выйдет из-под контроля. Может, конечно, бомбануть, но вероятнее всего он все-таки сделал бы уклонение. И мы бы тут могли бы вот этой нашей ультой просто-напросто промахнуться, причем по всем. И тогда бы пошел бы тут расклад, потому что у меня больше мощной атаки, в принципе, и нету. Так, ну что, мы возвращаемся в Лигу Мастеров 3 звезды. Но мы займем топчик с тобой. Мы обязаны его занять. Так, ну здесь, блин, здесь тоже, ребята, не сладко. Ну что же, тогда мы возьмем Армагона и Зек плюс вот эти три. Ну, таким вот раскладом будем играть. Так. Ну, для начала, конечно же, бомбочку для затравочки, так сказать, и валунчик для кончиночки наших противников. Все. Как-то так. Узнаешь Бибопа? Помнишь? В гнев мутантов. Ребята, именно этот Бибоп там был. Совался. Так, двигаемся дальше. И у нас... Ну, давай Феникс возьмем. Возьмем Феникс. Против нее поставим вот этих вот двух Дони. Мне вот просто интересно знать, эти два Донателла, они вытянут катку или все-таки нет? По инициативе мы... А, тут же, блин. Ладно, попробуем. Если муха не успеет... Да и... Ага, уклонение. Хорошо. Блин! Твою налево. Все, ребят, все на смарку. Все, блин, на смарку. Твою налево, блин. И этого не добили, блин. И тут... Ой-ой-ой-ой-ой. Все, ребят, наверное, сейчас... Вот надо было... Ну, Лео-то, как всегда, ребят. Все, сейчас кому-то кранты. Я ничего здесь сделать не смогу. Так, это, допустим, погибнет. У кого здесь... Кто будет? Муха? Муха по степенке должна отдуплиться. Давай попробуем этого, может быть, пробьем. Хотя уровень маленький. Не пробьет. Иммунитет... А, у нас еще и пониженная атака. Ёпарасоте, ребят. Надо же. Дони, 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 давай. Хиляйся. Так. Сейчас этот, но этот должен сдохнуть от постепенного урона. Может быть, броню. Я, наверное, ребят, броню поставлю. Глупо, наверное. Ай-яй-яй, а почему? Да чё? Вы чё творите, а? Вы чё, блин, я спрашиваю? Вы чё, блин, творите такое? Почему он от постепенного урона, ребята, не отдуплился? Пфф. Это чё, блин, за фокусы? Давай хиляй. Хоть сколько-нибудь. Даже почему на нём-то хил не срабатывает? Я не понимаю, ребят. Иммунитет повесим еще. Ну, этому хана, наверное. Ай-яй-яй, двоих, что ли? Нет. Вот это я сыграл партийку. Да, друзья, фуфло полное. Два Донателла — это полный шлак. Запомните это раз и навсегда. Никогда не берите в команду, блин, двух Донателл. Тупые, как сибирские валенки, блин. Что один, что второй, блин. Вообще ни хрена не сделали. Просто ни черта, блин. Экспериментатор вшивый. Надо было брать вон
Кунаичи, да, и, например, того же самого Крысиного Короля. И все, ребят, и все. Нет, блин, решил проверить этих двух остолопов, балбесов. Кунаичи, мсти им всем. Я офигею, ребята. Я просто в плане, ты даже не добила? Ты даже не добила их всех? Я думал, ты оставишь там одного, ну, максимум два. Ну, не троих же. Ну, Кунаичи, ну, что за игра началась, а? Вот. Все, ребята, испортили мне. Абсолютно все. Ну, у них 79 уровень, это, ребята, сами понимаете, это предел. Ну, в плане предел, я имею в виду по силе. Выше 79 уровня у них нету. Но это же не говорит. Я уже думал, сейчас какая-нибудь тульта прилетит. Отлично, Рафаэль, правильно. Сфига ли они еще и первыми ходят-то, блин? Ну-ка. Да ядрен-матрен. Совсем, смотрю, приборзели, а? Ты посмотри на них. Просто приборзели, друзья мои. Тут по-другому не скажешь. Борзота так и прет со всех щелей у них. 53 уровень. 53 уровень. Давай возьмем, наверное, вот эту команду. И против них возьмем с тобой Рафаэля. Еще одного Рафаэля. Макмана. И вот этих двух Леонардиков. Ой, двух Леонардиков. Двух черепашек. Давай, Рафаэль. Так, он ходит первым у нас. Дальше. Давай вот так вот сделаем. В принципе, это должно их убить всех. Да что ж такое-то, а? Вот, ребята, делайте выводы. Почему два сильных, кажется, персонажей не вытягивают команду? Поэтому, если у вас есть Супер Шреддер, или есть Маузеры, или, например, есть у вас Крэнк, это считается, наверное, одни из топовых, ребят, бойцов в игре, вообще в игре, лучше нафиг берите их. Лучше берите их, не рискуйте абсолютно ничем. Не делайте таких ошибок, как я. Не теряйте, как говорится, кубки, прогресс и тому подобное. Вот, поэтому многие задаются, почему ты берешь там сильных персонажей и только ими играешь. Да потому что другие не тянут, понимаешь? Другие не тянут. Там мы берем с тобой маузеров, например, еще кого-нибудь, да? Их достаточно взять двоих. Когда в других командах приходится брать по три сильных бойца. Как здесь в данный момент перестраховку мы взяли, взяли. Все. Ну, понятно, что мы с тобой зайдем в топчик, это все понятно, но осадочек-то все равно остался. По поводу этих двух Донателл. Конечно, не ожидал я, что они не справятся. Вообще нисколечко не ожидал. Но теперь я буду знать. Главное не забыть, это, знаешь, у меня память дрявая. Сейчас я говорю не забыть, а завтра уже опять эту же команду беру, выигрываю и говорю: нет, эти ребята хороши. Так происходит часто очень. Вот как ты, хлыщ помойный, блин, вырвался, а? С постепенным уроном на шее он, ребята, еще вырвался. Ну, совсем не понимаю. Иногда игра просто меня, ребята, удивляет. Думаешь, ну все, уже знаешь, как, что надо делать. Нифига подобного. Преподносит тебе сюрприз за сюрпризом. Хотя, если честно, ребята, на 79 уровне тут расслабляться вообще нельзя. Вот серьезно говорю, расслабляться здесь на таком, на самом высшем уровне вообще нельзя. Потому что они, здесь они уже... Они и так-то сильны, да? Я тебе говорил, если брать, например, разницу там в 2-3 уровня. Вот. Они, ой, в 2-3, в 10, даже в 15 уровней они тебя разносят. А здесь 79-й, это для, ну, грубо говоря, можно сравнить, что как будто вот как у меня 100-й. Так вот. Ну, как бы, у них 79-й, это приравнится к моим к моим 100-м уровням. Вот так вот скажу тебе. Я не знаю, почему они так сделали, но я тебе могу точно сказать другое, что если бы они, например, бы здесь взяли бы и сделали бы 100-й уровень на персонажей,
мы бы здесь не выиграли бы никогда. Какой бы у нас бы прокачанный бы персонаж бы не стоял бы здесь, мы бы всегда были бы с тобой бы просто в отстое. Это я тебе точно говорю. Ну давай, маузеры, покажите свою прыть. Ну, неплохо, я тебе скажу, неплохо. Сейчас еще один упадет. И остается вот этот вот. На тебе. Ой! Чё-то я думал, что мы завалили его. Вот это да. Вот так, такое, ребята, тоже, кстати, надо всегда смотреть. Ты думаешь, что ты их добил, а на самом деле нифига не добил. И фейлишься на ровном месте. Так, ну что? Топчик? Да, друзья мои, вот мы быстренько добрались до топчика. Так, здесь мы с тобой открываем бесплатный пак. Теперь берем здесь награду. Проходим с тобой серию испытаний. Давай возьмем так. Блин, конечно, с Маузером, с Армагоном в прошлой серии не очень хорошо получилось. Озвездюлился он у нас. Чуть-чуть. Я специально взял в команду двух хилов. Если один успеет, то второй точно долечит. Главное, чтобы он не упал у меня. Я буду надеяться, что он не упадет. Хотя у маузеров, у вражеских, инициатива очень высокая была. Так, ну что, Армагон наш жив-здоров. Даже не попал, ребят. Он даже не попал. Так, ну что, хламоны. Давай сделаем вертушку, наверное. Так, двоечка упала. Наверное, все-таки Шреддера будем бомбить. Добьем его. Наверное, все-таки Тигра. И ракетами. Сможем добить ракетами? Да. И просто там был выбор. Либо валун, либо ракеты. Но так как он нам пригодится в следующих боях, валун я за ним сохранил. Ну что, забираем здесь награды и двигаемся с тобой. Так, у нас, блин, мутагена мало. Так, крысиный король, тебе придется тогда отдохнуть сегодня. Займусь тогда вплотную Донателло. Значит так, нам нужно 5 катушек с пленкой. Одну нашли. Так, вторая. Ой-ой-ой. Вторая, третья. Четвертая и последнюю мне давай. Так, пятая. Окей. Дальше нам надо 12, блин, этих номеров. 12 номеров. Так, 2, еще 10. 3, 4, 5, 6, блин. Телепорт летят, как я не знаю кто. 7, 8, давай, 9 и последний. Последний мне. Говорю, последний мне давай. Последний, говорю, мне давай, блин, номер. Твою налево, ты что делаешь, игра, блин? Она специально, ребят, запорола мне. Не дала, прикинь, я даже думал апнуть, но не апнуть не получится. Так, что дальше? Дальше мы идем с тобой на союзники. Да, друзья, мы идем на союзники, потому что нам нужно, ну, сам знаешь. Нам надо с тобой зарабатывать эксперт снаряжение. Ну, давай попробуем так. Я хочу проверить, сколько. Ну, в принципе, уровень-то у них здесь не очень большой. Сразу должны упасть. Фиг там. Так, с первой волной справились. Худо-бедно. Так, здесь, значит, ну, давай, наверное, плюху бросим кастетом и серпами. Хотя это не серпы, это же какой-то вид оружия.
Хотел сказать кусуригами, но это не то, ребят. Это... Блин, как же они называются, эти ножи, которые идут в обратную сторону. Она их держит, но у них лезвие не так вот идет, как у сабель там или ятаганов, а вот идет вот в обратную сторону лезвие идет. Ну, я думаю, ты понял, о чем я говорю. Но как это оружие называется, я не помню, хоть убей. Блин, как оно называется? И, по-моему, это то ли индонезийская или как там? Тьфу ты, блин, язык сломаешь. Ну, короче, ты понял, да? Это не европейское оружие. Это где-то там. Далекий, не знаю, там, восток какой-то. Вон, видел, как у них вон лезвия идут? Они чем-то похожи на серпы, только... В обратном направлении у них лезвие сделано. Так, железноголовый сам по себе медленный, поэтому здесь без проблем его защелкали. Так, ну здесь, наверное, не буду церемониться. Давай так сделаем. Ой. Что такое-то? Не понял я. Да ну, и этот хламон еще выжил. Алапекс три раза уже сходил, эти только, Ванька после него один раз. Да. Медляки, конечно, вот эти вот. Если сравнивать с Алапекс, у него что-то вообще инициатива бешеная какая-то. Три раза сходило, блин. Эти по одному разу, это уже три раза. Нормально. Так, снаряжение союзники. Ну что, ребят, теперь фармим. Нам, думаю, маловато, конечно. Ой, что я делаю-то? Опа! Ты видал? Блин, ребят, они кончаются. Ну, пришлось так сделать. Поехали. Какие катушки с пленкой. Какие комиксы. Какие баксы. Дай мне эксперт. Так, снаряжение союзники. Ну, это пойдет. Последняя попытка. Все получили, кроме эксперта снаряжения. Зашибись. Так, ребятушки, ну что? В понедельник у нас уже новая неделя. Соответственно, мы с тобой получим, естественно, все кубки. Ой, все кубки, все осколки платиновые. И будет у нас 200. Так, там, сколько дают? 75? Да? 75 же, по-моему, дают. Это будет 220, блин, да еще дофига, 320 будет. Это еще следующую неделю надо будет проиграть. То есть через две недели только платиновый боец появится. Ну, нам спешить некуда, ребят. Вот, смотри, вот я о чем говорил. Вот смотри, как клинки, видишь? Она их держит не так, как мы обычно, вот сюда вот, а в обратку. В общем, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.